Вокруг голливудских звезд всегда толпы телохранителей и миллионы ограждений. Добраться к ним простому смертному и не снилось. Но только не им. Фанаты, которые сквозь огонь и воду, грозы и ураганы добились своего. И не просто сделали заветное селфи со звездой, а завоевали самое сокровенное – сердце. Мэтт Дэймон и Лучано Боросса. Это вообще нонсенс. Повезло же обычной барменше выйти замуж за такого знойного красавчика. Обычная девушка Лучано из Майами еще с детства собирала вырезки из журналов и любовалась Дэймоном с экрана. Однажды она чуть не обомлела, когда в ее кафе зашел сам Мэтт Дэймон. Он спрятался за барную стойку, чтобы избежать внимания поклонников, где и встретился взглядом с барменшей. Между ними тут же пробежала искра, и их отношения привели к свадьбе. Теперь парочка воспитывает троих детей. И, о боги, Мэтт с радостью принял дочь Лучано от первого брака как родную. Да уж, бывает в жизни счастье. Николас Кейдж и Элис Ким. Еще один любитель официанток – актер Николас Кейдж. После двух неудачных браков с голливудскими красотками простолюдинка Элис стала для актера настоящим подарком судьбы. Восточная красавица Элис всю юность обожала его фильмы и грезила о нем во снах. Ее счастью не было границ, когда однажды сам Николас зашел в ресторан и попросил налить чего-то погорячее. Налила так налила. Парочка поженилась и воспитывает сына. Эх, узнать бы рецепт того чудо-коктейльчика. Джессика Альба и Кэш Уоррен. Мировая красотка. Казалось, к ней подступиться просто нереально. Не то чтобы на свидание пригласить. Но смелости набрался Кэш Уоррен. Ее фанат еще с 90-х, когда Альба только появилась на экранах. Их роман закрутился во время съемок фильма «Фантастическая четверка», где Уоррен разносил кофе на съемочной площадке. Все развивалось молниеносно. Красотка поддалась неземной любви своего поклонника. В 2008-м они поженились, и теперь у них есть двое прекрасных деток. Знойная красотка Джулия Робертс перевстречалась с многими знаменитыми коллегами. И Мэтью Перри, и Дилан Макдермонт в этом списке были. Но по-настоящему ее сердце покорил ее яркий фанат Дэниел Мадер. Они встретились на съемках фильма «Мексиканец», где Дэниел работал оператором. На тот момент он был женат, но когда понял, что Джулия бросила на него глаз, быстро развелся с женой ради любви с кумиром. А Робертс бросила бойфренда, с которым прожила 3 года. Теперь у них есть 3 детей и истинное счастье. Дорогие наши, ну вот и как после этих фактов не верить в чудо? Мечтайте, и ваши мечты сбудутся обязательно. Мы это обещаем. И как обычно, покажем вам все.